Ребята, всем привет! Сегодня будем делать такую необычную конструкцию. Лежак. Итак, сейчас направляемся за жердями. Так, вот еще жерди подходят. Кидаем их. Опа! Леха, что мы на данный момент имеем? Две перекладины на лежак, ага. Несущую банку. Это верхняя, которая, да? Да. Ага. Ну все, начинаем, продолжаем. Думаю, будет интересно. Итак, Леха начинает рубить рогачину. Вот такая вот штука. Думаю, вы догадались, для чего она. Ой, ни хрена себе. Так, чтоб не мешалось, это тоже порубит. Так, где у нас, а вот она. Так, здесь почистим. Итак, сейчас мы привязываем основную жердь к боковой стороне дерева, а тот край привязываем, он перекидываем веревку. В общем, сейчас все увидите. Не буду разглагольствовать много. Леха, вяжи. Так, начинаем перекидывать через сучок. Ну, в целом, да. Первый раз. А, ну перекинул? Нет, все нормально. А, ну, мне показалось, что я не перекинул. Все, тяни. Блин, дерево, но... Погоди. Что там по высоте? Где-то вот так, я думаю. Контрольный. Опа. Кидай. Так, комок соберем все это. Чуть побольше соберем. Оп, с перебор, да? Ну-ка, вот так, ага. Еще, можно еще? Нет, ты ее там аккуратно закрепи, а мы потом, когда все... А, подтянем, да? А потом все натянем, но... Так. Тут просто закрепим ее немножко. Подрегулировать, чтобы... На пару таких. Не больше, все. Так, сейчас проверяем наклон. И вес выдержит ли? Леха, держишь? Да. Все, вот так крепи ее. Так, в данный момент Леха крепит от верхнего края к дереву, чтобы не было перевеса. Можешь ждать? Есть. И в самый неподходящий момент нас подвела камера, она разрядилась. И мы не успели заснять, как мы повешали рогачиной перекладину. А сейчас Леха продолжает связывать.
конструкцию, чтобы ничего не оборвалось и все держалось надежно. Сейчас надо привязать. Причем очень хорошо. Причем очень хорошо. Не, давай выше. Че? Вот так, да. Ну что там вообще, да, что будет? Итак, ребята, уже темнеет, смеркается. Мы доделаем наш проект завтра. Но сегодня, вот смотрите, мы уже балку протянули, две рогатчины, то есть все приделали. Сейчас проверим ее надежность. Я лягу, если упаду, короче, все на Леху вините. Это он тут мастер по морским узлам. Так что поехали. О! Убери ногу. Ногу убери. О! А ничего, конструкция надежна. Короче, подписывайтесь, ставьте лайки. Завтра. Выглядит это, конечно, страшно, но вроде нет. Вроде ночью еще ничего выглядело, да, когда в сумерках, вроде все безопасно было. Теперь пришли с утра. А сейчас что-то при свете солнца это стало выглядеть. По-другому, ну ничего. Так, Леха делает распорочку. Не, это понятно. О, а как она это-то? Чтобы не стрельнуло-то, яйца твои не сжало здесь. Ну, 50 на 50. 50 на 50. Итак, ребята, сейчас, в данный момент, мы с Лехой, вернее, сейчас Леха, а я как оператор, ну, Бордей, ладно. Ну, сценаристы поняли, да? Блять, хуйню не неси, давай еще раз. Давай по новой. Все, хуйня. Ребята, блять, сейчас еще раз. Итак, ребята, сейчас в данный момент мы вот такие жорди напиливаем и залаживаем наш лежак. Наблюдайте. Я тоже потом подключусь. Так, ребята, начинаем напиливать. Какие сушилы. Все, погнали. Ну, сейчас просто берем и налаживаем. Расстояние примерно там 10 сантиметров между каждой. 7-10 больше. Так, ребята, сейчас начинаем проверять наше творение на работоспособность. Если упаду, так оно и будет, значит. Так. Итак, ребята, сейчас проверяем на работоспособность наш лежак. Сейчас я весом 93 килограмма, почти что центр. Да? Проверим. Да, плюс-минус. Да не боюсь. Не, это нормально. Яп! А что, вообще удобно, слушай? Ну, на термиками надо. Вот так-то это работоспособно. Смотрите, как браво, она еще шатается, как бы укачивает. Я тебе реально говорю, как будто бы в колыбели. Не, круто, круто, круто. Ребята, кому понравился этот видеоролик, подписывайтесь, ставьте лайки. Так что... А сейчас проверим... Ее на прочность, да? Ну. Сколько тебе?
А сейчас проверим ее на прочность. Бля, Леха, я не хочу проверять ее на прочность. Да похуй. Давай. Если она будет хрустить, то... Я поднял ноги. Да на нахер! Да это просто веревка. Ладно.